Казахстанская актриса Мируерт Утикешева встретилась с карагандинской молодежью. Народная любимица известна по роли в фильме «Кыджибек». Картина, которая была снята полвека назад, до сих пор занимает особое место в истории казахстанской кинематографии. Поэтическая легенда «Кыджибек» стала основой фильма. Она повествует о далеком прошлом казахского народа. Из-за межродовых распрей трагически завершается любовь Батыра и красавицы Жибек. Актеры этих главных ролей, Мируэрт Утикешева и Куман Тастанбеков, после съемок картины поженились. На встрече с карагандинской молодежью актриса ответила на вопросы и рассказала об интересных моментах съемок фильма «Кыджибек». Сейчас Мируэрт Утикешева собирает архивную информацию, фото и материалы о легендарной картине. Как бы там ни было, молодежь стремится ближе быть к искусству. Это очень отрадно, несмотря на то, что это сложная работа, трудная работа, и не так уж можно много заработать. Нужно просто много трудиться, но заработать... Много не заработаете. Здесь нужна просто душа, сердце для этой работы.